сначала волнительно, но когда встаешь на лед, страшно, а потом, когда ты уже сыграл, не страшно. Так, ну, становится тихонько, успокаивает. Хоккей, ну, это мужественная игра. Как говорится, трудно играть в хоккей, мне очень нравится им заниматься. Золотая шайба для тех, кто болеет хоккеем. В Бобруйск съехались команды со всей страны, победители зональных этапов. Это лучшие из 1000 спортсменов, которые, несмотря на возраст, сражаются по-взрослому. 7 команд и более 100 участников. Брест, Витебск, Гомель, Гродно, Шклов, Минск. В нашем городе уже проходит не первый раз, к сожалению. В 2020 году в связи с пандемией мы не смогли его принять. Но в этом году нам доверили уже дивизион А. Старший возраст. В элитной подгруппе принимают участие команды из городов и районов страны, где есть крытые ледовые арены. Обязательное условие – ребята не должны заниматься хоккеем с дюшор. Возраст не старше 13. Решающая стадия проходит по круговой системе. И, конечно, каждая дружина рассчитывает на победу. Значение этого соревнования – популяризация такого вида, как хоккей, детский. Развитие у них, выявление лучших игроков, конечно. И чтобы детки наши были здоровы и играли в хоккей. Игры группового раунда начинаются в 14:00. Официально турнир открывают в 17 часов. Перед гостями выступают лучшие коллективы города. Без поддержки команды тоже не остаются. На трибунах родные, близкие и простые любители хоккея. Групповой турнир завершится в пятницу 12 марта. Уже в субботу пройдет финал, а также матчи за 3-5 места. Организаторы уверяют, неважно, кто выиграет и проиграет. Главное – не сдаваться. Ведь будущее за теми, кто верит в свою мечту. Виктория Поливко, Максим Галенко, Бобруйск 360.